Влад, расскажи, как ты праздники провел, выходные? Отлично. Видели твою историю с гольфом. Ты в гольф играешь? Ну, нет. Но играл, да. Первый раз или до этого играл? Там, да, первый раз. Да. Ну, как, понравился тебе? Отлично. Получал сразу или там были промахи? Да, конечно, промахи были. Ну, нам и всех не видел. Но Максима, конечно, удары лучше не показывал. Макс там был, да, с тобой? Да. Не, так классно. Кто победил-то? Я, конечно. По два человека на станции, три подхода. Наир, как провел выходные дни? Прекрасно. Что делал? Проводил его с женой. Каким видом спортами? Занимался или отдыхал? Конечно. Лежание на кровати. Ну, я здесь чемпион вообще. Сколько подходов? По 3 подхода в день. 7-3-2 часа. А чем ты занимался? Я смотрел, как ты купаешься и лежишь на шезлонге. Поглядывал за мной? Волейбол тебя не затащили, я видел. Да, нет. Мне бы футбол научиться играть, ты про волейбол здесь затираешь. Давай, иди учись. Ну, давай. Иду учиться. Миш, расскажи, как провел выходные. Говорят, ты был в музее. Ну, кто говорит? Был, ну, или да, не был? Да, был. Расскажи, как там. Мне понравилось. Были со всеми, со всем знакомым людям. Артемом, вот, он помогал, говорит, вот это то. Я говорю, а вы где-то были? Я говорю, ну да, в Москве, говорит, я часто там это. Я говорю, а этот художник кто? Ну, он-то и ушел. Так что вы почаще ходить с ними, он прям подскажет. Хорошо. Ну, тебе понравилось, да? Да, понравилось. Две топовых были, все остальное вот как-то мне незнакомо было. Ну, Леонардо да Винчи был один, одна точно была. Одна картина называлась «Цыган», но вот я художника забыл. Вот. Надеюсь, вы это никуда не выложите, и я не буду позориться. Ты ошибаешься. Поговорим с Михаилом. Ты, оказывается, очень хорошо разбираешься в живописи. Откуда у тебя такие познания? Это, если что, пресс-старшая наша команда. Это все очень просто. Я учился в университете. У нас был на протяжении 5 лет в программе обучения такой предмет, как история искусства. В рамках этого предмета мы посещали различные музеи и другие прекрасные места, где мы изучали историю искусства различных стран. Ну, Миша, ты с удовольствием компанию составил? Поход в Лувр. Мишка? Да. Да, ему все понравилось. Понятное дело, что это не пушкинский, конечно. Но некоторые определенные экспонаты имеют определенную ценность. Например, одна из картин Леонардо да Винчи там находилась в Лувре. Не знаю, подлинник или копия, но тем не менее она там есть. Эдуард Мане, картина «Цыган», тоже в этом Лувре находится. Что еще ценного там есть? Ну, приходите в Лувр, сами оцените. Как выйти провел? Выходные провел на волейбольной площадке. Да, мы видели. Идеально. Хорошо получается? Да, взял 2 кубка. Вот, и 3 суперкубка. Из тех, кто играл, кто лучше всех играет? Лучше всех я. Но после тебя на втором. Баринов постоянно говорит, выиграй, никак не получается. Вот. Слабенький. Надо еще опыта набраться. В футболе, да. Волейбол слабенький. Как силы уже остались, я думаю, выходные лежать будешь, спать. Нет, такой лежать. У нас такая команда, которая всегда работает. Всегда. Бахари.
Все, я опять иду работать, не мешайте.